Здравствуйте! На сегодняшний день занятия йогой стали мегапопулярным явлением. С чем же это связано? В чем польза и каково предназначение? Какова разница между йогой и гимнастикой? На эти вопросы и на многие другие сегодня поговорим с нашим гостем, тренером-инструктором по йоге Кирой Яковлевой. Кира, привет! Существует огромное количество вариаций и понятий, что же такое йога. Ее определяют и как религию, и как спорт, и как бизнес, и даже как секту. Вот что же такое йога на самом деле? Мне кажется, Саша, из того, что ты сказала сейчас, йога не является ничем. Это не религия, йога не относится ни к какой конфессии, но йога зародилась в Индии, соответственно, очень сильно на нее повлиял индуизм и другие индийские религии. Йога – это не спорт. Если в спорте мы работаем с мышцами, с какой-то целью, да, нам важно быстрее, выше, сильнее чего-то добиться. То есть мы формируем качество своего тела и работаем на скорость и на качество действия. То в йоге нам интереснее работать с мозгом. То есть мы делаем не само движение качественным, да, а мы соединяем свою голову с определенными мышцами. То есть это скорее работа с нервной системой. Мы тренируем мозг через тело, свой ум. Бизнес, ну, конечно, сейчас любой товар, который продается, да, йога так или иначе стала товаром, конечно, в какой-то степени для учителей по йоге йога становится бизнесом. Но, наверное, люди все чувствуют, все понимают, и когда ты заточен только на то, чтобы получать прибыль, хотя я не уверена, что есть такие инструктора, потому что если мы все сюда приходим, мы наверняка все-таки хотим чего-то большего, чем деньги. А если говорить о гимнастике, и сравнивают иногда гимнастику и йогу, вот какое главное отличие, или, и можно ли сравнить их? Та йога, которая занимается вот сейчас в фитнес-клубах, это, как, если ее правильно назвать, это как раз-таки гимнастика йогов. То есть вся работа с телом – это лишь часть йоги, и ей мы занимаемся для того, чтобы наше тело было выносливое, стрессоустойчивое, не поддавалось каким-либо болезням. И да, в этом плане это гимнастика. Но если мы берем спортивную или художественную гимнастику, то это, опять же, спорт, и мы здесь заточены на результат. Для йоги важно качество, то есть здесь мы будем не стремиться закинуть ногу за голову, заплестись под позу лотоса, да, а нам будет интереснее то, как мы это делаем, то, как мы к этому идем. И любой инструктор вам скажет на занятиях по йоге, что важен не глубина вашего наклона, а глубина ощущений в тот момент, пока вы движетесь куда-то. А в какое время суток вот лучше заниматься йогой? Ты знаешь, мы все настолько индивидуальные. Я встречаю среди своих учеников и тем, кому классно позаниматься с утра. Они назанимались, они полны энергии. Кто-то забегает с работы в обеденный перерыв и занимается в этот момент, потому что это единственное время, когда они могут оторваться от семьи, от работы и от других повседневных дней, дел. Кто-то приходит после работы, чтобы сбросить напряжение, и это тоже нормально. То есть в йоге, наверное, ко всему можно отнести принцип: то, что вам хорошо, хорошо. Если вам хорошо заниматься утром, занимайтесь утром. Хорошо заниматься вечером, занимайтесь вечером. Но, наверное, не стоит заменять йогой сон, полноценный обед, а во всем остальном, когда удобно. И давайте, наконец, увидим, как же проходит занятие йогой. Насколько я знаю, в йоге есть позы, да, определенные, они называются асаны. Вот вообще какое количество асан существует и появляются ли новые, возможно, с появлением новой техники? Ты знаешь, асан или асан, да, это не столь важно по произношению, их бесчисленное множество. Есть мнение, что их существует около нескольких миллионов. Потому что любое положение новой руки в какой-то позе – это уже новая асана. С другой стороны, в классических текстах прописаны асаны только для медитации.
То есть их там буквально 16, по-моему, то видов. То есть основные. Да, которые способствуют только тому, чтобы мы сидели неподвижно длительное время, созерцали, наполнялись энергией или выполняли другие задачи, которые дал нам наш гуру, наш учитель. Интерес классических асан, которые вот выполняются уже какое-то время, в том, что их выполняет огромное количество людей, бывает одновременно, да, и каждый в них вкладывает частичку своей души. И как бы делая одну и ту же асану с кем-то на другом конце земли, мы делимся с ним частичкой своей любви, добра, мира, а он делится с нами. Вот, поэтому считается, что именно классические асаны приносят нам наибольшее удовлетворение, наполненность. Но любой новодел, если его можно так назвать, он тоже не запрещен. Шагает вперед и йога, и медицина. И, конечно, мы начинаем, как европейцы, все анализировать и искать какие-то правильные варианты, какие-то наиболее действенные варианты. И, ну, наверное, нет просто тех людей, которые бы нам сказали, что так нельзя. Кира, зачастую вот возникает вопрос, как же возможно выполнить некоторые упражнения, потому что вот эти все закруты, захлесты, перекруты, поза на ногах, руках, как вообще человеку это возможно? Ты знаешь, я абсолютно уверена, что каждому человеку доступно все, вся подвижность его тела. Просто мы в процессе своего ежедневного поведения теряем какие-то навыки. Наше тело становится заточенным под то, чтобы сидеть на стуле, да, либо вот ходить только вперед-назад. Там, у спортсменов наоборот, чтобы бегать, чтобы бросать мяч. Мы адаптируемся, и поэтому ненужные нам положения, ненужные нам движения, они отбрасываются нашим организмом, они просто забываются. Но здесь, работая с телом, с мозгом, со связью головы и своих конечностей или корпуса, мы отрабатываем все варианты того, что может происходить. И принцип йоги главный, что в асане вам должно быть хорошо. Недостаточно закрутиться, недостаточно куда-то что-то захлестнуть, перехлестнуть. Надо это сделать так, чтобы вы смогли заснуть потом в этом положении. Да, и мы постепенно к этому движемся. Опять же, в отличие от спорта, у нас нет задачи сделать все здесь и сейчас. И я каждый раз говорю ученикам о том, что лучше сделать чуть-чуть, но так, чтобы вам было приятно, чем сделать сейчас до конца мощно, но больше на занятия не прийти из-за травмы. А вот если я все-таки неправильно выполнил упражнение и получил травму, вот как избежать таких моментов? Ну, если травма уже получена, то лучше остаться дома и залечиться. Да, долечить травму, растяжение, ну, бывают всяческие варианты. Хотя, конечно, инструктор, грамотный инструктор, очень внимательно следит за учениками и не дает им больше, чем они могут сегодня сделать. В первую очередь, именно то, чему мы учимся на йоге, это слушать себя. Услышать зов своего тела, который говорит, что дальше нам не надо не геройствовать, не показывать себя в лучшем своем виде перед окружающими, а работать только с собой и становиться каждый день лучше, чем ты сам, чем кто-то вокруг. А сейчас мастер-класс от Киры. Как правильно и не спеша, а главное, эффективно выполнять асаны. Dina, 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 Dina,
существуют виды йоги? Ведь их тоже действительно огромное множество. Ты знаешь, наверное, множество всяческих видов йог появилось именно сейчас, когда уже модная волна захлестнула нас, и люди поняли, что йога действительно приносит удовольствие и здоровье одновременно. Но вся работа с телом – это лишь маленькая частичка йоги. В классических текстах описана йога как 8 ступеней развития, и асаны – это лишь одна ступень. И сейчас все вот эти разновидности, они в основном говорят именно об асанах, о той маленькой ступенечке, которая называется асана. Но какие-то основные все-таки существуют, да? Как правило, да, это авторские методики. То есть асаны практически везде одни и те же, просто люди, учителя, они формируют свои классические последовательности, либо свое мнение о том, как надо выполнять те или иные асаны. И самое известное – это аштанга виньяса йога, да, Патабхи Джойса, это йога Айенгара, придуманная Айенгаром, Ишвара йога Анатолия Зенченко. Их огромное множество. Многие новомодные течения вроде йоги с козликами на травке, акро-йоги, аэро-йоги. Но я не знаю, можно ли это назвать йогой в классическом ее понимании, да, потому что йога – это внутренняя работа. Когда ты отвлекаешься на что-то вокруг, наверное, это уже больше гимнастика. Да, или физкультура, потому что она все равно приносит здоровье и улучшение качества жизни. То есть это, скажем, не промоушен, это действительно профессионалы, которые работают, это действенные упражнения. Ты знаешь, я не могу знать всех разновидностей, да, но многие классические какие-то методики, они действительно работают. Может быть, не так, как мне хотелось бы, чтобы они работали, да, мне бы хотелось сказать, что нет, давайте по-другому. Но это работает, это оказывает какое-то воздействие. Вот. Но наверняка там есть виды йоги, которые... Пивная йога, да, или что-то еще такое. Йога, я увидела, даже вот не слышала о таком. Вот, не знаю, может быть, промоушен, а может быть, просто люди решили повеселиться, и кто им это запретит? Пускай веселятся. Йогой можно заниматься всегда и везде, и сейчас мы вас в этом убедим. Важный вопрос. Насколько дыхание играет роль в упражнениях, вообще в техниках? Дыхание – это одна из важнейших частей на занятиях йоги. Во-первых, это концентрация на себе. Во-вторых, это наша прямая связь с телом. И есть поверье, что... жизнь человека зависит от количества дыхательных циклов, что у человека вот на всю жизнь распределено именно количество дыханий. И поэтому на йоге мы свое дыхание очень бережно тратим, успокаиваемся, перестаем дышать напряженно, а наоборот, наслаждаемся каждым вдохом и выдохом. И, казалось бы, простые вещи, да, вдохнуть и выдохнуть. И как часто мы их не замечаем. А здесь мы начинаем вот через мелочи учиться осознанности, учиться слышать,
слышать себя, учиться присутствовать здесь и сейчас. Ну и, конечно же, дыхание помогает нам выполнять какие-то элементы, потому что, чтобы расслабиться, лучше всего выдохнуть. Действительно, бытует мнение о том, что те, кто занимается йогой, они расслабленные, у них царит гармония, они солнечные, настроенные, вот даже если о тебе говорить. Действительно ли это так? То есть вы и в жизни такие же, или только во время занятия, или у вас это как мировоззрение ваше? Слушай, ну, конечно, мы все люди. И, конечно, у всех бывают моменты плохого настроения. Бывают моменты, когда нам тоже отдавили ногу в автобусе, и мы начинаем гневиться. Но, наверное, йога... Выдыхаем. Да, йога, она помогает посмотреть на по-другому, на ситуации, которые с тобой происходят. И там, где... мне наступили на ногу в автобусе, и я раскричалась, да, после йоги, например, мне наступили на ногу, и я подумала, что как неловко сейчас водитель притормозил, и бедная бабулечка на меня прилетела. Но надо ее, значит, придержать, а не раздражаться от того, что она такая. Конечно, мы стараемся на занятиях быть самими собой, нести свой внутренний свет, но от себя никуда не убежишь. Если ты в таком плохом настроении, никуда от этого не денешься. Но ты знаешь, когда ты встречаешься со своими учениками, ты видишь их готовность принимать знания, ты видишь их стремление улучшать свою жизнь, ты сам начинаешь улыбаться, а, соответственно, от себя начинают улыбаться все вокруг. А медитация и йога – это одно и то же, или это тоже как разновидность техник? Медитация – это тоже одна из ступеней йоги. То есть, если мы сейчас будем, ну, если я быстренько пробегусь, то йога – это взаимодействие с собой, взаимодействие с миром, взаимодействие со своим телом, со своим дыханием и энергией. Это медитация, да, как созерцание или как отключение от образов. Ну и дальше уже более высокие темы. Выше. Мы отличаемся вообще от мира и сливаемся с космосом. Не будем сейчас уходить в эзотерику, да, и ну, многие скажут, что это какие-то мифы. Медитация – это тоже одна из великолепных техник, которые мы можем употреблять по отношению к себе. Скажем так, вот как мы чистим зубы с утра, удаляя все ненужное, как мы прочищаем в йоге нос раствором соли, да, как мы проминаем себе животики и крутим ими по утрам, так и с медитацией мы просто убираем сорные мысли. Мы отключаемся от этого бесконечного потока каких-то мнений, каких-то навязанных концепций. Мы говорим «стоп, здесь и сейчас». И это работает на уровне химии нашего организма. То есть это не просто то, о чем я вот сейчас сказала, да, и что-то вот, какую-то эзотерическую чушь могу нести. Это доказано клиническими исследованиями. И я вообще не сторонник все мистифицировать. Поэтому медитация – это очень классная техника, и абсолютно она человеческая, которую можно использовать здесь и сейчас, чтобы жизнь твоя засияла новыми красками. А для того, чтобы начать занятие йогой, нужно ли как-то поменять свой образ жизни? Образ жизни изменится в процессе, когда ты будешь заниматься йогой. Чтобы прийти и начать заниматься йогой, нужно просто выбрать время, выбрать инструктора, прийти, расстелить коврик и начать. И потом уже искать, что нравится, что не нравится, что подходит и не подходит. Многие говорят: ой, я не могу прийти на йогу, потому что я деревянный, да, зажатый. На йогу для того и нужно, да, чтобы перестать быть деревянным, либо чтобы перестать переживать по этому поводу. Кто-то говорит: я не могу отказаться от мяса, я не вегетарианец, я не приду на йогу. Да неважно, занимайтесь чем угодно. Потом все, что лишнее, вы отбросите. Все, что вам нужно, все останется с вами. Кстати, интересный момент по поводу вегетарианства и веганства. То есть это не обязательный отказ, да, от мясных, молочных продуктов? Нет, это абсолютно одно из принципов йоги звучит как ненасилие. Да, и почему многие йоги отказываются от мяса? Потому что они не хотят приносить насилие другим живым существам. Да, я не хочу делать больно кому-то, да, будь то человек, животное, либо насекомое. Но мы часто забываем, что в первую очередь все принципы надо применить к себе.
Если я буду жестоко обращаться с собой, резко отказавшись от котлеток на ужин. Любименьких. Да, но, наверное, в этом не будет смысла, и я нарушу, опять же, этот принцип. С какого возраста можно начинать заниматься? Как правило, какими-то техниками йоги, которые включают в себя дыхание, работу с внутренними органами, с гормональной системой, лучше начать заниматься после полового созревания. То есть 14, 15, 16, все это индивидуально. Но сейчас есть йога для детей, которые в игровой форме проводят какие-то, делают асаны, да, они рассказывают сказки вот этими асанами, как там воин полетел, встал, выстрелил из лука, да, и это приобщение ребят к осознанному образу жизни. Но я для себя, да, мне интереснее работать с взрослыми людьми, поэтому младше 14 я редко кого беру. Какие-то существуют противопоказания? Противопоказаний на самом деле много, и они в каждом случае будут разными. Всегда лучше, прежде чем начать заниматься чем-то, будь то йога, спорт или что угодно, лучше проконсультироваться либо со своим врачом, либо с инструктором, с тренером, к которому вы идете. Вот. А так, ну, в первую очередь, это психические заболевания, да, мы с ними не работаем, с ними работают специалисты в этой сфере. А дальше все уже идет... зависит от специализации самого тренера. Кто-то возьмется работать с заболеваниями репродуктивной системы, кто-то нет. Кто-то возьмет вас на занятия с грыжей в позвоночнике, кто-то скажет, что сейчас я не могу это сделать, я не знаю, как с вами работать. Поэтому в любом случае, если есть какие-то противопоказания, либо вы подозреваете, что это может стать противопоказанием, лучше посоветоваться. А можно ли дома заниматься самостоятельно? Дома, конечно, можно, но, как правило, я рекомендую переходить на домашние занятия тем, кто ходит хотя бы раз в неделю к инструктору, либо довольно-таки длительное время занимался йогой или другими тренировками и уже готов двигаться дальше самостоятельно, слушая себя, потому что группа – это все-таки усредненный вариант всегда. Мы все разные, и инструктор, конечно, он за каждым следит, но не может уделить персонального внимания занимающимся. Если вы только начинаете заниматься йогой, то, конечно, лучше сначала прийти в группу, а еще лучше на индивидуальные занятия, чтобы понять принцип, чтобы понять, что от вас хотят, чтобы видеть свои особенности, чтобы действительно, если есть какие-то противопоказания, от травм мы убереглись. Под четким руководством. Под четким руководством. Давай немножечко тогда подытожим. Все-таки йога, какова польза ее для нашего здоровья, для нашего организма в целом? Мне кажется, я сейчас могу перечислять до вечера. Ну, такие главные, основные вот критерии, по которым мы можем сказать и увидеть их после занятий. Ну, наверное, в первую очередь я отмечу пользу для нашего ментального здоровья. Мы освобождаемся от напряжения умственного и физического одновременно. Мы начинаем по-новому смотреть на мир, перестаем искать конфликтов, а начинаем искать выходы из любых ситуаций. Что касается здоровья физического, мы начинаем владеть своим телом. Мы перестаем быть закованы в панцирь, да, и мы начинаем понимать, что это моя рука, а это моя нога, да, и они делают то, что мне хочется, а не как-то по наитию, как привыкли. Улучшается кровообращение, улучшается аэрация легких, соответственно, изменяется химия нашей крови. Изменяется химия крови, все это влияет на мозг, на внутренние органы, соответственно, мы начинаем по-другому мыслить, по-другому жить. Укрепляется нервная система именно из-за того, что мы постоянно сформируем вот эту взаимосвязь головы и тела. Ну и очень много влияющих факторов на гормональную систему, на мышечную. Можно перечислять бесконечно. То есть спектр бесконечен. Бесконечен. От избавления от варикоза и до... Я не знаю, уменьшение боли в спине, наверное, то, что вот сейчас многих волнует, да, это боль в спине, это плохая осанка, это головные боли, а все лишь от того, что мы не умеем жить в своем теле. Спасибо за образ шоурума Love Pink, а с вами, дорогие друзья, я прощаюсь и до новых встреч!